мать ступила на порог. Говорит: «Ты где, сынок?» Мне хотелось крикнуть: «Мама, дорогая ты моя!» Но угрюмо и упрямо брови вдруг насупил я и сказала из темноты: «А, здорово, это ты?» Стихи и песни, выставки детского рисунка и фотографий, игры, хореографические номера – в этот день все посвящено мамам. Сегодня они сидят в зрительном зале Юдинского культурно-досугового центра «Молодежный». Юные артисты подготовили большой концерт «Свет материнской любви», приуроченный ко Дню матери. Мама – это, ну, я так думаю, самое, наверное, такое заслуженное, доброе и теплое слово. Когда мы вспоминаем маму, прям разливается теплота. И хочется, чтобы наши мамы были счастливы, чтобы не было войн на планете Земля. Мамы рады и счастливы, когда у них здоровые детки, когда детки успешны. Малыши спели «Дорогою добра», девочки-подростки вспомнили песню группы «Мираж», «Музыка нас связала». А хор представительниц старшего поколения вышел на сцену с песней Людмилы Зыкиной «Милая мама». Все для зрителей – и русский хоровод, и балет, и настоящая танцевальная феерия на тему «Алисы в стране чудес». Ну а завершил праздничный концерт известный нескольким поколениям гимн «Мирному небу» композитора Льва Ашанина. Мария Шматкова, Наталья Гончарова, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».